Ну что ж, дамы и господа, как бы видос, если что, не кликбейт. Действительно, я решил уйти из проекта. В этом видео не будет какого-либо монтажа, в принципе, потому что, ну, зачем он здесь нужен? Главное, просто слушайте то, что я говорю, как бы можете смотреть на меня. Я специально снимаю с вебкой, чтобы вы видели мои эмоции, как бы. И я все-таки принял решение уйти с проекта Amazing RP. На это есть очень одна важная причина, о которой я вам сейчас расскажу. Самая главная причина, почему я хочу уйти из данного проекта, это то, что данный проект у меня занимает много времени, потому что я еще и снимаю на другом проекте. Как бы с Амазингом я, по сути, не сотрудничаю. Да, у меня есть ютуберка, но мы как бы не сотрудничаем, то есть я снимаю абсолютно бесплатно. А Родина — это проект, который мне платит, на котором у меня тоже есть как бы админка. Ну, это как бы не важно. В чем вообще заключается вся суть? Почему я именно ухожу с Амазинга? Я понимаю то, что Амазинг — это мой основной проект, по сути. И я на нем поднял аудиторию, то есть, ну, реально, я очень благодарен этому проекту, то, что я за 6 лет, сколько здесь снимаю, я смог с помощью этого проекта, по сути, набрать 20 тысяч подписчиков. Я считаю то, что это реально очень круто, но, пацаны, пришло время уходить с этого проекта, как бы, это уже, если что, не шутки, ебать, там, и так далее. То есть, я действительно сегодня ухожу с проекта, и все имущество я отдаю своему другу, Америкосу. Ну, там еще есть Глебчик Адигамов, есть еще Джон Смит, но они потом между собой, в принципе, решат, как бы, насчет имущества. Они еще не знают то, что я ухожу, то есть я вот сейчас снимаю видос, потом я зайду в Дискорд, как бы, и позову, получается, Америкоса в нотариус, где я ему отдам, в принципе, все свое имущество, которое я накопил, ну, за все время, что я играю, в принципе, это там 4 машины, получается. Фому тоже на него передам. Фому тоже ему отдам, потому что я Фомой уже не буду заниматься, я вообще не буду играть. Может быть, иногда буду заходить, так, раз в месяцок, может быть, зайду там, побегаю. Но все имущество я, короче, решил просто раздать, отдать, потому что зачем оно мне нужно, зачем, как бы, оно будет у меня лежать на аккаунте. Тем более, если не буду Фомой заниматься, то оно слетит. Поэтому все имущество я буду отдавать. Пацаны, самая главная причина, почему я ухожу, это то, что у меня не хватает времени снимать на двух проектах. То есть, если, допустим, я бы сотрудничал только с Амазингом на платной основе и снимал бы только у них, было бы реально шикарно. А когда ты снимаешь на двух проектах, понимаете, это занимает в 2 раза больше времени, и у меня меньше времени остается на личную жизнь. Просто, понимаете, мне приходится там, допустим, в день записать видео и по Родине, и по Амазингу, все это смонтировать, то есть, ну, это реально очень сложно снимать на двух проектах, пацаны. Это очень сложно. Кто из ютуберов снимает на двух проектах по КРМП именно, те, я думаю, меня поймут, потому что, ну, я хочу просто снимать на одном проекте, чтобы у меня было больше свободного времени, и чтобы мне было легче, потому что, понимаете, тебе нужно придумать сначала, допустим, для Родины видосы, то есть идеи для видосов. И нужно придумать еще и по Амазингу. То есть, ну, это максимально сложно, пацаны. Вы должны меня понимать, то, что, ну, это пиздец. Реально, это пиздец. Я уже так снимал, сколько, 3 года, по-моему. Я снимал на двух проектах, это и на Амазинге, и на Родине. То есть, ну, это максимально сложно, пацаны. Честно, я устал просто. Мне это надоело. И я принял решение уйти с одного проекта. Я ухожу с Амазинга, потому что, как бы, я человек, мне нужны деньги, то есть, как бы, ну, YouTube — это моя основная работа, по сути. Да, у меня там есть подработки иногда, но, по сути, YouTube — это моя основная работа, и, как бы, я хочу, как бы, тоже себе покупать там одежду, еду там и так далее. То есть, когда ты снимаешь в двух проектах, как бы, ну, у тебя не остается времени, чтобы просто пойти даже погулять, понимаете? Поэтому я принял решение уйти с проекта Amazing Roleplay, это первый сервачок, в принципе, где я играл 6 лет, пацаны. Я 6 лет играю на Амазинге, как бы, 6 лет снимаю на этом проекте. За 6 лет я записал где-то 1500 серий по Амазингу и где-то 500 стримов сделал. То есть, реально, я очень много отдал своего времени этому проекту. Да, с помощью этого проекта, как бы, я поднял свой канал, я не спорю. Я, как бы, очень благодарен этому проекту. Я не буду говорить, что там Амазинг плохой проект. Просто у нас такие отношения сложились с разработчиками, с основателями проекта, то, что они не хотят со мной сотрудничать на платной основе. Я не знаю почему, у нас были раньше конфликты, разоблачения там и так далее, поэтому я как бы не знаю, почему они не хотят. Я уже им много раз писал,
Ну, реально, почти каждый месяц я им писал, чтобы там на платную основу, но они почему-то не хотят, чтобы я у них снимал платно. Ну, я, в принципе, понимаю, зачем, как бы, мне платить бабки, если я и так у них снимаю бесплатно. Но, пацаны, пришло время реально уйти с данного проекта. Я надеюсь, что вы меня поймете. Я понимаю то, что многие подписаны на мой канал чисто из-за того, что я снимаю на Мазинге, там и так далее, но, пацаны, ну реально надо, просто надо. Другого варианта нету. Если бы, например, бы Мазинг там передумали и согласились бы, чтобы я у них снимал на платной основе, как бы это было бы круто, но этого не произойдет, мне кажется. Как бы они принципиально не хотят, чтобы я у них снимал на платной основе. То есть, если бы, как бы, ну, они мне платили, я бы выбрал бы проект Амазинг и снимал бы только здесь, понимаете? Потому что у меня в основном аудитория все-таки это Амазинг. Но так получается, то, что, ну, мы не можем найти, как бы, общий язык и договориться на платную основу. И именно поэтому мне приходится отсюда выходить и идти на проект другой, где мне платят деньги. Понимаете? Вы можете говорить, что я продажный, но я считаю, это глупо будет, если вы будете считать, что я продажный, потому что, как бы, мне не особо таки много платят на родине. Как бы, но снимать на Мазинге бесплатно, как бы, мне честно надоело, потому что у меня это отнимает очень много времени, понимаете? Я хочу, чтобы у меня было больше свободного времени на себя, на семью там и так далее. Ну, я реально просто вынужден, пацаны. Я понимаю, что кому-то, блядь, это неприятно, то, что я уйду. Я понимаю, пацаны, то, что это неприятно, но пришло просто время взять, просто уйти из проекта. Я надеюсь, то, что вы меня поймете, поддержите меня лайком. Сейчас я предлагаю зайти в Дискорд, как бы, к пацанам и просто отдать им все свое имущество, которое, как бы, у меня есть.